Стерлитамаки – самое востребованное жилье на проспекте Ленина и в микрорайонах Солнечный, Лазурный, Западный. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры – 43% от рынка продаж. В каком доме лучше покупать квартиру – в обжитом или в новом? Мы спросили у горожан. Новом. Потому что все новое. Ну так-то вторичное лучше. Мне кажется, лучше в хрущевках, они более стабильные. Конечно, в обжитом. Практика так показывает. Ну потому что уже дом обжитой, как бы… Не просядет, ничего. В старом доме, наверное, лучше. В советское время строили на совесть. Качество другое. Дома в старых кирпичи все крепче, теплые, хорошие. Предпочтения разные, однако большая часть опрошенных выбрала вторичное жилье. Говорят, там и ремонта меньше делать нужно.